Hey, всем привет, друзья! Ну что, как ваши ничего? Надеюсь, что отлично. Вот и настало время эксперимента. В студии Riot на площадке Wave выпустили интерактивный концерт своей вымышленной группы Pentakill. Да не просто концерт, а презентация нового альбома. Также были анонсированы старые треки, но были ли они показаны, не знаю. Впрочем, мы это сейчас узнаем. Для меня это небольшой эксперимент, потому что мы будем смотреть с вами не какой-то отдельный клип или какую-то отдельную песню, мы будем смотреть всю презентацию. Так что, если вы еще не смотрели, то приготовьте попкорн. Сегодня мы с вами здесь надолго. Ну а если уже видели, то присоединяйтесь, чтобы просто посмотреть, кто же и какие эмоции испытывал во время просмотра. Из того, что я видел в трейлерах, нас ждет что-то безумно крутое и, судя по всему, очень дорогое, так что будет это выглядеть просто сказкой песни. Ну и, конечно же, добро пожаловать в метал! Никаких лишних предисловий, на отсчете 5 секунд до начала самого концерта, так что поехали! Два, один, шоу-тайм. Ну что, друзья, поехали. Время металла. Живой концерт, друзья, живой концерт! Красивое мелодичное начало. Ну а как еще начинать концерт? Конечно, друзья! И сразу разрывная часть. Да, вот эта вот прогрессивная тема, когда они внезапно меняют размер тактов. Очень разрывает. Соличок. Мне очень нравится, как это все выглядит. Вы только представьте, если бы это было вживую. Но с другой стороны, здесь не нужны реальные люди, ведь мы с вами по ту сторону экрана, и мы никто, все в безопасности, никто никого не заражает, и это круто. Обалденно.
Ну что за игроки это? Ну это, судя по всему, ники игроков. Это разработчики, команда... Или это те, кто подключили через Wave? Обалдеть, конечно. Кто заказывал Шред? А! Круто, ребят. Начало очень взрывное. Воу. Ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Обалдеть. Не обошлось без фитов, получается. Обалдеть. Такие моменты, понимаешь, вот как круто было там на интерактиве, когда ты можешь все это вращать и делать, что хочешь. Опа, опа. А что происходит? Друг, что с тобой? Что происходит? Я так понимаю, эта же запись идет с интерактива, и по факту те, кто присоединились, они так или иначе влияют на то, что происходит, и мы иногда будем видеть действия других игроков, и это, судя по всему, это вообще... Наушники, ну подождите, не уходите никуда. Как мощно. Я не буду в таком разрушенном месте играть дальше.
треки пока мне очень нравятся. Очень мощно звучат, главное сочетать в себе элементы других жанров, нежели heavy metal, и это круто. Серьезно, прям вот настоящий концерт, друзья, это... Кто-то присоединялся к определенной команде, видимо, делали какие-то определенные действия, им давали за это очки. Обалдеть! Пока что у нас лидирует Team Mad One. Обалдеть! Тебе на такие моменты понимаешь, как же жалко, что ты не смог присоединиться и вживую все это лицезреть, и очень обидно. О! Судя по всему, баллада подъехала. Красивая композиция будет. Cold and empty, lifeless remains. We surged. Fields of the fallen, blood washed in rain. This cannot be all that will be. Очень классно. Какой у него сильный разрывной вокал, это прям нереально. Альбом не безусловно улетает вообще в плейлисты. Какое наслаждение, друзья, вы даже не представляете себе. Хотя какое вы не представляете, вы это, скорее всего, тоже ощущаете, как и я сейчас. Как я обожаю такие лирические композиции. Должно быть еще безумно красивое соло, чтобы эта композиция стала просто невероятно шедевральной. Let the flames carry our words to the heavens. Tell Viego and his false god what happens to our enemies. Glory to Pentakill!
бы я орал на концерт, и пытались себе не представить себя с таким бы наслаждением. Все в ней хорошо, от вокала до куплета, до припева, до слов, просто все элементы. Серьезно, какая зависть сейчас к тем, кто был там вживую. Ну, по-хорошему, конечно же, такое наслаждение испытали, я думаю, даже лучше, чем мы с вами. Повесили, да? Самое время отправляться в разрыв. Особенно вокал с расщеплением, это что-то с чем-то. Не зря капитан Цветочек все время показывал козу. Это прям то самое ощущение, которое ты испытываешь. Шея, кажется, откажет в конце выступления, но оно того стоит. Все очень компьютерно и выглядит как какая-то нарезка из игры. Это все равно очень круто. Ты понимаешь, что это живое концерт, живое выступление. Это лайт-шоу. Это прям... Опять Мэтти Флидер? Ну да. Очень мощно. Нереально.
просто лучше тебе прям. А, это очень мощно, друзья. Но все-таки Mad Ones опять, друзья, они все еще в лидерах. The old songs are dead. You hear that, Tobias Fate? Pentakill are gone. Эдакий прогметалкор, мне нравится. Такому злодею не поддаться, а ну, ребят, ну, камон, ну, классно же. Look at you, Necrit. Pentakill are old. They can't hear you anymore. You can't resist the changing tide. Обалдею, если сейчас весь этот процесс происходит в режиме онлайн. То есть это реально музыканты сейчас играют, поют, и компьютер все это обрабатывает в режиме онлайн. Это, конечно, я не знаю, каким мощностям нужны. И... Но это, конечно, эта планочка прям нереально высокая. И трек хочу, мне очень нравится, прям достаточно стереотипично для жанра, но тем не менее он все равно качает и достоин того, чтобы находиться в плейлистах. А, все слетает, наушники слетают, а? Это Трэй Ватсон, что ли? Серьезно? Да ладно! А давайте, ребята, ответочку тому вот злодею. Какой неожиданный переход.
Вы знаете, с учетом того, что все это в 30 кадров в секунду, где-то 30 FPS, все-таки есть ощущение, что, возможно, это вот происходит в режиме онлайн, весь этот процессинг. О! Как это все мощно звучит. Очень надеюсь, что вы это слушаете не в наушниках, а на какой-нибудь крутой системе аудио 5.1.7.1 или даже на студийных мониторах. Это прям одно наслаждение. Опачки, а что это мы тут сдаем, а? А, нет, не сдают. Быстро нагоняют. Теперь мне интересно, что это за команда такая Mad Ones? И почему, вот какое-то божество, почему все именно к нему туда присоединяются или выделывают активные действия? Это прям вопрос. У-ху-ху. Выиграли. Классный переход. Какой дядечка, вы посмотрите, а? А такой ведь может и спросить про зятя. Скоро противник, кто же такой вот большой дядечка? Или трек, кстати, вот, который вот это вот лицо в воздухе делает,
очень крутые кавера на лигу в стиле метал, поэтому обязательно зацените его, если не видели раньше. Я даже не знаю, сколько вообще буду отходить от этого. Это очень круто. Опа. Will you give your life for Pentakill? Ну, как я сейчас я запомню название. Да, синие были. Столько радости. Ух, сейчас кому-то звездану, судя по всему. О! Я какой красивый, посмотрите на него. Обалдеть. Обалдеть. Да, Мэтт все еще выигрывает. Вот, смотрите-ка. И ничто его не может обогнать, а? I offered you something new, something different and beautiful. And you spit in my face! Insidious! Accept the inevitable! Интересно.
обалдеть.
раза, братишка. Хардроковая зима пошла. Эпидемию с эльфийской рукописью, там последние песни тоже были в таком ключе, прям победоносные. Не прокатило, что тут скажешь. Хорошо лежит пацан. Загар, наверное, получится. С другой стороны, такой звонки, один ударчик и все. Потрепался, конечно, стадиончик. А тут уже стойка новенький. Браво, это плодовцы на победу. Самое главное, мощное зрелище. Очень-очень злой энергичный трек. Если остальные были по-своему такие мощные, текущие, мрачные, то этот вот такой прям легкий, хард-роковый. Champions, Team Edwards, your name shall live on forever. When the old sounds grow stale, when Pentakill fades from your heart, I, New Taurus, will be there listening. Ага. Вот такое вот у нас завершение этой презентации, друзья. И что тут сказать-то, а?
Это был небывалый эксперимент. Я надеюсь, вам это понравилось так же, как и мне. Что-то обсудить более подробно будет тяжело, потому что мы с вами почти час смотрели мероприятие. И столько всего в голове, столько мыслей, столько, я не знаю, столько экшн-сцен перед глазами. Но одно я могу сказать точно, что альбом вышел просто умопомрачительным. Обязательно сейчас сразу же перейду в Spotify, еще раз его послушаю, уже полностью погружаясь именно в него. Но я думаю, что все равно это точно будет записать как альбом года, поверьте мне. Хотя, что мне, поверьте себе, ведь вам тоже, скорее всего, он также безумно понравился, как и мне. Очень много экспериментов, очень много интересных фишек. И все это на протяжении всего альбома. Так что, в общем, это был действительно крутой эксперимент. Мы посмотрели с вами всю презентацию от А до Я. И, конечно же, пишите свое мнение, что вы думаете вообще по формату, как это для вас понравилось, не понравилось, или просто живой концерт вам был бы куда круче. Обязательно пишите, давайте все это обсудим, пообщаемся вообще. Что это такое, что это за зверь? Лично я могу сказать, что я получил какие-то невероятные эмоции, положительные, и очень-очень насладился тем, что это было. Надеюсь, вам понравилась реакция на все это мероприятие, понравилось само видео. Обязательно все это пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Мне очень нравится, как это все произошло, как это все было, поэтому, наверное, если у Риотов будет такая традиция, мы, конечно же, будем ее соблюдать, потому что все это очень круто. Ну и, конечно же, я говорю вам пока-пока, спасибо огромное, что были со мной. До скорых встреч. Уже совсем скоро новые видео. Так что не теряемся. И, конечно же, куда уж без этого. Люблю. Целую.